сегодня мы с вами в Алуште. Сейчас мы находимся в данный момент на улице Горького. И разворачиваемся, и начинается вот набережная Алуштинская, центральная набережная. Ну что, я здесь начал, дорогие друзья. Вот видите, ряд машин стоит. Это любимое место работы гаишников с эвакуатором. Довольно-таки часто здесь эти машины вот отгружают. Так что будьте осторожны, машины не ставьте. Но это вот потенциальные жертвы. У меня один раз чуть не отгрузили, я успел предупредить это нахальство. Так что, дорогие друзья, будьте осторожны с парковками в центре Алушты. Проблемы огромные. Еле вот тоже запарковался. Ну и вот начинается набережная Алушты. Как вы знаете, а может быть и не знаете, что здесь был и происходит капитальный ремонт набережной. Ну вот здесь я прошлый раз, когда последний раз был, вот тут именно плитку перекладывали. Сейчас я смотрю, здесь уже все закончили. Ну и посмотрим дальше сейчас, как там на набережной обстоят дела. А так вот, вот с этой стороны осталось все на месте. Вот колесо обозрения стоит, но почему-то не работает. На улице плюс 31 градус, погода отличная, машин на дороге очень много. Ну а мы сейчас посмотрим, сколько в Алуште людей. Как по моему мнению, это вот второй курорт Алушты после Ялты по популярности. И мне вот, кстати, всегда нравилась Алушта. Не знаю почему, но нравилось. Ну вот что-то здесь не хватает. По-моему, вот здесь вот стоял фонтанчик такой, конек-горбунок. Если я ошибаюсь, ну, по-моему, не ошибаюсь. Вот до реконструкции набережной. Сейчас его здесь нет. Вот посмотрите, а куда же его дели? Интересно, будут возвращать или нет? Ну, я думаю, что, по-моему, вот здесь вот стоял. Если ошибаюсь, напишите. Ну, а так, в принципе, здесь вот все плиточкой переложили новый. Водоотведение сделали, видите? Такие водоотводные лотки. Новые здания вот поставили здесь. Вот этих зданий точно не было, видите, стеклянные в современном стиле. Шаурма, тир там и прочие. Как птички поют у экскурсовода на магнитофоне. Ну вот посмотрите, Пушкину памятник здесь стоит. Здесь вот ничего не поменяли. Так все и оставили. Как было, так и есть. Александр Сергеевич. Стоят такие лавочки. Вот. И здесь тенечек. Вот чем мне нравилась набережная Алушты. Здесь вот помимо променадной зоны, вот с левой стороны, вот по ходу нашего движения, много деревьев. Там можно, в принципе, посидеть в тенечке и отдохнуть, кто сильно устал. Ну и вот мы выходим с вами на набережную, дорогие друзья. Вот смотрите, здесь все закончили. Вот тут весь был ремонт. Я вот все ждал, когда же закончится. Но его постоянно откладывали, откладывали, откладывали. Ну вот вроде... Вроде здесь все нормально. Ну вот что из нововведения, видите, вот зеркальный. Поставили туалет. Такой вот напоминает мне в Ялте на набережной. Такой же вот. Такая же концепция, такая же задумка. 30 рублей стоит туалет на набережной. Ну уже хорошо, что он есть. Так, ну и что здесь мы смотрим? Давайте ближе к морю подойдем. Такие вот фонари, мачты освещения, гляньте, довольно-таки высокие. Поставили, чтобы охват был побольше. Ну и это вот здесь такая площадка, лавочки, и можно сидеть. Вечером особенно популярно сидят люди и смотрят на море. Здесь вот выделили зону, я не знаю, что здесь будет. Видите, вот синего цвета добавляют вот эти красители в бетон, заливают. Ну и потом видно, его вот шлифовали, вот такая ровненькая. Ну, в принципе, да, в принципе... Ремонт делали, так вот, в принципе, неплохо. Вот, давайте здесь подойдем, посмотрим, как обстоят дела. Вот, видите, здесь можно на катерах покататься, на скоростных. Ну, люди здесь не купаются, люди вот в основном чуть дальше там. Много людей в профессорском уголке или рабочий уголок, как его раньше называли, купаются. Ну, а здесь вот, конечно же, старые вот эти блоки, монолит, железобетон уложены. Но они типа развивают волны. Здесь людей нет. Ну и сложно здесь, конечно же, заход в воду. Ну а люди вот такие маленькими картами, пляжи нарезаны. Ну и людей здесь, конечно, битком. Ну что вы хотели, Алушта? Алушта есть Алушта. Сразу же заняли все лежаками, навесиками. Вот здесь, кстати, вот хорошо, вот на этих таких маленьких пляжиках, мне всегда нравилось. Здесь волна небольшая такая, и вот удобно
на волне качаться. Вот что, собственно говоря, люди и делают, видите? А вот, кстати, еще не до конца закончили строительство, ремонт набережной. Посмотрите, вон он погрузчик работает. Строительным забором огородили все это дело. Ну давайте туда пройдем, посмотрим. Так, что это? Уголок потребителя. Туда пройдем, посмотрим, насколько еще ремонта здесь, когда закончит его. Ну и, собственно говоря, набережная будет готова. Но они не мешают отдыху туристам. Люди работают там, а здесь вот доделывают набережную. Ну и, собственно говоря, вот посмотрите, дорогие друзья, здесь как раз вот начали облицовку парапета. Вот они, блоки гранитные, видите? И начали облицовочку. Пока только стенки делают. Но, возможно, сверху тоже, конечно, надо. Здесь сразу же водоотводные канавки сделали вдоль парапета. Сверху будет решетка, вот хорошо видно. Ну и тут вот, как вы видите, забор. Давайте вон там с той стороны немножко пройдем, а потом вот тут по парапету я попробую пройти, посмотреть, на какой стадии строительство. Ну вот посмотрите, как здесь все красивенько сделано. Вот видите, здесь тенечек, Крымтелеком. Здание Крымтелекома прямо на набережной находится. Вот и плитка здесь, видите, закончилась. И забор поставили, доделывают. Доделывают все. Ну и вот сама, собственно говоря, стройплощадка, вход на стройплощадку, капитальный ремонт набережной, Валуштий, участок от полуротонды до смотровой площадки, первый этап. Ну и здесь всякие эти окончания работ 30 июля 22-го. Ну, 30 июля уже давно закончилось. Вот видите, здесь немножко открыто, давайте заглянем. Работы идут, но я вижу в основном плитку укладывают. Давайте мы там сейчас по парапету пойдем, будет лучше видно. Вот это мне нравится, плиточка такая красивая, но она уже здесь давно была. Потом пройдем по парапету и сюда вернемся с вами. Так, забрались мы с вами на парапет и идем. Ну вот видите, такие навесики. И идем мы по парапету. Здесь еще не облицовывали, так что можно пройти. Как раз вот начинается забор строительный. И вот мы идем по парапету и заодно с вами посмотрим сразу и на пляж заглянем. И вот что строители здесь делают. Ну вот готовят площадку под укладку плитки, дорогие друзья. Работы идут, не останавливаются. Так, ну а с этой стороны у нас такие вот пляжи. Видите, какая волна. Море немножко мутноватое. Ну, я так думаю, что это уже туристы муть навели. Так, ну а здесь уже вот выравнивают сверху парапет. Видите, сетку уложили здесь дорожную. И вот уже стяжку делают под плитку. Ну, пока никаких работ здесь сверху нет. Главное, вот уже стенку обложили. Вот здесь уже, видите, выравнивают. Выравнивают набережную под укладку камня. Вот, собственно говоря, его уже здесь и укладывают. Так что осталось совсем немножко. Вот, видите? И здесь тоже закончат. Ну, в принципе, это людям не мешает. Вот, посмотрите, сколько людей на волнах плещется. Так, ну а мы с вами выходим. Видите, такая небольшая здесь осталась площадка строительная. Ну и вот мы с вами сейчас выйдем. Вот здесь вот парапет разрыв идет. Ну и, собственно говоря, вот новый пляж начинается. Посмотрите, сколько здесь народу. Вот так. Так, ну а мы сейчас вернемся туда и там вот пройдем по тенечку, еще посмотрим, как там сделали. Ну что, прошли мы с вами по парапету, посмотрели, сколько сделано уже, вот строительная площадка огороженная. И давайте теперь по этой стороне пройдем. Вот, собственно говоря, о чем я говорил. Здесь вот приятно идти. Тенечек. Ну, тут еще вот идет стройка. Там мы все с вами увидели. Лавочки здесь. Ну, вот здесь что-то нету лавочки. Хотя вот под нее место есть. Но нет. А там дальше вот есть. Здесь такие вот гостиницы. Смотрите, внизу рестораны, кафешки. Ну, хорошо здесь, приятно посидеть, отдохнуть. Так. А мы двигаемся с вами к ротонде. Полуротонда, вернее, даже если ее правильно назвать. Вот на паспорте объекта это именно было так написано. Полуротонда. Достопримечательность набережной Алушты. Ну и фонтан. Фонтан, конечно,
Это тоже вот одна из достопримечательностей. А набережная, ну смотрите, водичка есть, фонтан работает. Слава богу, этот фонтан на месте. Вон, видите, плитку укладывают. Стучат ямками. Вот такая сосна. Под ней проходим мы. И здесь вот, собственно говоря, сам фонтан. Ну, что-то, по-моему, здесь не хватает. Если, опять же, я не ошибаюсь, раньше, по-моему, здесь был мальчик и дельфины. Такая композиция была. Сейчас какой-то маленький слоник стоит. Не ошибаюсь я, дорогие друзья, напишите мне. Что-то я уже подзабыл немножко. Но самое главное, фонтан работает. И такая вот рядом с ним такая легкая свежесть. Так, ну что, это хорошо. Идем дальше. Здесь вот, как вы видите, уже плитку уложили, все закончили работы. Вот он и забор здесь заканчивается. Продам квартиру, а лучше 50 лет октября. Вот видите, интересно, сколько стоит квартира. И здесь вот, смотрите, граница. Вон там вот старая плитка, здесь вот уже новая. Вымощена разная, причем разная по размерам и разная по рисунку. Красиво сделано. Здесь вот тоже, как мы с вами видим, идет облицовка парапета. Ну и люди вот купаются, на волнах качаются. Так, ну а мы двигаемся с вами дальше. Вот, посмотрите, сколько там зелени, лавочки. Пожалуйста, садитесь и в тенечке там отдыхайте, кто на солнце устал бродить. Ну, самое главное, здесь вот, как вы видите, слава богу, торговых рядов нет на набережной. Вечером, конечно, здесь движ неплохой. Вот фонарики тоже есть. И здесь музыкантов много. Вот. Это, по-моему, после Ялты здесь вот второе место, как я уже говорил, Алушта. Ну, до Ялты здесь 30 километров. Кому надо, можно проехать. Так, ну и вот, что мы здесь имеем. Мини-маркет. Вот олимпийский мишка, нужно с ним поздороваться. Талисман, как вы знаете, Московской Олимпиады 1980 года. И вот он в Алуште, такой вот старичок уже, как пел Лев Лещенко. До свидания, мой ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. Вот он. Он улетел, но и не обещал вернуться. Да, можно подумать, сколько уже прошло. 80-й, 20, 42 года. Кстати, вот она закончилась, по-моему, если мне память не изменяет, 19 августа 1980 года Олимпиада. Московская Олимпиада летняя. Ну, там уже начинались санкции, вернее, не санкции, бойкоты. А потом, как известно, сборная СССР не поехала в Лос-Анджелес в 84 году. И только встретились в 1988 году, если мне память не изменяет, в Калгари, по-моему, была следующая Олимпиада, когда вот уже и советские, и американские спортсмены, и другие страны уже вот без бойкота. Ну, это такое отступление. Пока мы разговаривали, подошли мы вот к достопримечательности Алушты. Это вот полуротонда. Алушта курорт. Вокруг нее тоже вот плиточку уложили. Сама она немножко ее так вот подреставрировали. Голуби, как всегда, на месте. Ну и тут вот подсветка. Вечером между колоннами лучи света пробиваются. И довольно-таки красиво. Ну и вот Алушта, центральный городской пляж. Давайте мы на него зайдем. Вот посмотрите, как здесь все. Ну и неплохо сделали, хочу вам сказать. В принципе, я доволен. И тут же хочу вставить, когда в Керчи сделают набережную, чтобы мы тоже смогли оценить, какая она будет. Но поживем, увидим. Какие-то вроде там в кабинетах шевеления идут по набережной, но пока на земле, в поле никаких работ нет. Ну и что, дорогие друзья, вот посмотрите. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Здесь говорится, как и комментировать, собственно говоря, нечего. Посмотрите, сколько народу. И видно уже, люди здесь давно загорают. Все уже довольно-таки сильно загорели. Такого коричневого цвета все.
Вот это, да. Здесь пляж галечный. В отличие от Приморского, Феодосии, где песочный пляж, здесь пляжи галечные. И народище, гляньте, сколько. Это просто яблоку негде упасть. Пока вот Аушинский центральный пляж, это вот номер один. Ну вот, собственно, о чем я и говорил. Видите, сколько людей в воде. И как раз вот они на волнах качаются и орут. Так, как бы на голову кому-нибудь не наступить. Здесь и не пройдешь, гляньте. Смотришь, сколько народу. Дофига. Опа, и меня водичкой застала. Вот такой здесь балаган. Да. Так, здесь надо под ноги смотреть, чтобы ни на кого не наступить. Дальше уже не пройдет. Пойду я на выход. Дети орут, ну потому что действительно волна такая нормальная. Ну, вода мутная здесь, вот видно, не очень такая. Так что давайте дальше пойдем. Здесь вот крем для загара всякие там продаются, скар. Ну и, собственно говоря, девушка, а сколько лежак стоит? Не знаете? А? Лежак сколько стоит? Здрасте. Сколько? 200. О, дешево. Как отдыхается? 200 рублей. Ну, вот она вся в процессе музыкальном. Так, ну что, дорогие друзья, как бы нам пройти чуть дальше? А здесь вот уже вторая линия отдыхает. Первая вся занята, все на второй линии. Вот на парашютике катаются люди, видите, вдалеке. Так, здесь вот уже помельче. Галечка. И как везде много народу, посмотрите. Опа. Так. Ну, здесь вот бананы. Вся инфраструктура. И люди на волнах барахтаются. Да, много народу. О, молодой человек как загорел. Хорошо. Откуда приехали? Я в Феодосии. Сам в Феодосии? Да. Ну и где лучше? В Алушке или в Феодосии? Здесь, конечно. Здесь лучше? А чем? Ну, это, ЮБК все-таки, зелень здесь. Да. Да. Там поменьше такого. Есть горы, конечно, но не так. А сами в самой Феодосии живете, да? Ну, около Феодосии. А, понятно. Не, ну там тоже Приморский, береговой, нормальные пляжи. Да, там есть. Ну ладно. Всего хорошего. Хорошего отдыха. Ну вот, видите, с Феодосии в Алушку приехал. Отдыхать. Так, ну здесь у нас развлечения. 75 рублей. Что у них 75 рублей? Рыба. Так, ну давайте до конца уже дойдем здесь. Блин. Рыба вяленая. Так, давайте туда, а то здесь не очень удобно идти. Так. Ну, где-то есть трапы, где-то нет. Вот так, обошли мы эти катамараны. И немножко вот по берегу пойдем. Посмотрим. Ну, здесь вот видно прям полоса метров 30, мутная вода. Ну, конечно, столько народу. И все
Так, лежак 200 рублей стоит. Ну что я хочу сказать. Кстати, недорого. Нормально. Нормальная цена. И это в Алуште, дорогие друзья. Вот. Морские путешествия приглашают. А это вот с биркой. Приписано к какому-то пляжу в Алуште. На ноге, видите, не на руке, а на ноге. Так, ну и вот сейчас подойдем, посмотрим. Бесплатные лейки. Так, как бы пройти. Душевые, вот народ здесь кучкуется. Ну, хочу вам сказать, смотрите. Я думаю, что бесплатно. Вот люди моются, обмываются после соли. И все здесь бесплатно, вот. Точно бесплатно. Так, ну-ка еще раз смотрим, что у нас здесь. Динозавры Алушты. Взрослые 400. А, это реклама. Какие-то динозавры. Так, это у нас площадка спасателей. Желтый флаг. Купаться можно. Это хорошо. Ну что, дорогие друзья, как вам обстановочка пляжная? Несмотря на то, что конец августа. Большинство людей уже с детьми возвращаются домой, так как школа скоро. Но много едет вот на сентябрь, на бархатный сезон. И много людей, машин много, я вот это замечаю постоянно. Так, ну и что у нас здесь? Демерджи, парк-отель. Это вот его пляж, его лежаки. Здесь уже все входит в стоимость. Стоимость, видите, там все как облагорожено. Так что вот такая здесь ситуация на городском пляже Алушты. Ну вот здесь я смотрю со своими зонтиками, без лежаков, на полотенчиках отдыхаю. Вот такая вот ситуация на сегодняшний день. Ну пойдемте дальше. Все. Как отдыхается? А вы сами откуда? Я из Ташкента, из Узбекистана. Из Ташкента приехали? Да. Давно здесь уже? 19 июня. С 19-го? И как вам? Отлично. 12 сентября улетаю уже обратно. А, уже обратно. А помимо Алушты где-то были еще? Пока нет. Нигде? Собираетесь куда-то? Собираюсь. Ялту там, Бахчисарай. Ласточкино гнездо. Ну, что-то я здесь так прижилась. Ну да. А где? Далеко снимаете что-то вы? Где живете? На Ленина. А квартиру, номер, что у вас? Частный двор. Частный двор. Не секрет, если сколько платите? Ну, там 2,5. 2,5 тысячи, да? Мне немножко вступили. Я жду. А что там в номере? Все есть? Там холодильник, кондиционер? У меня даже вот после ремонта вышло. Конечно, вся бытовая техника, даже детская есть, балкончик есть. Ну, мне повезло. Ну, хорошо. 2,5 тысячи недорого. Я вот сейчас вчера в Судаке снимал. Ну, в принципе, там такие же цены, может, чуть подешевле. Но Судак и Алушту не сравнить, конечно. Алушта лучше. Посмотрите, сколько народу. Лучше надо было мне одеться, вы же будете это показывать. Нормально, вы отлично выглядите. Нет, там же загорелый. Не будет смотреть неудобно. Ничего. Игорь Корсаков канал. У меня называется. А еще знаете, я что хотела спросить? У меня одна подруга, я здесь познакомилась с женщиной. Она играет гортанным звуком на саксофоне. Да. Вы понимаете, это было бы красиво. Это ну, если встречу. А вы где будете здесь еще снимать? Мы вечером придем. Не, я вот сейчас я поснимаю, может быть, в Профессорский и дальше поеду. Ну, всего хорошего, спасибо. Да, удачного спасибо. Вам отдыха, до свидания. Ну, вот видите, с Узбекистана. Отдыхать приехали. 12 числа уезжаю. Я не знаю. Батарейка перегревается, камера вырубается. Ну, двигаемся дальше. Так, ну вот цены прямо на пляже непосредственно городском. Кофе экспрессы 80-120. Ну, смотрите. Лимонад 05-250. Ну, цены, конечно, здесь завышены. Ну, а что вы хотели? Это у нас набережная. И здесь цены на пляже, конечно, всегда завышены. Так, ну что, выходим, пойдем дальше, посмотрим. Ну вот,
сейчас еще, ну, вот на тот, может быть, зайдем. Ну вот здесь вот центр развлечений, сейчас я узнал, на катамаране покататься 1000 рублей в час, на банане 500 рублей. Ну где-то здесь вот, да, цены побольше будут, чем вот в Феодосии. На банане, по-моему, 300 было, ну поменьше точно. Катамаран 800 рублей, здесь 1000 рублей стоит. Так что на что-то здесь подешевле, вот на лежаки, а на другие развлечения цены побольше. Ну прям классно, это не оторвать, сколько людей здесь отдыхает, очень много народа. Да. Смотрите, все лежаки заняты. А вот здесь с матрасиками, ну это с матрасами подороже уже стоит. А вон пляжные услуги, прокат шезлонга 200 рублей, прокат зонта 100, прокат матраса 100 рублей. Ну вот шезлонг с матрасом 300 рублей получается. Бунгало от 1000 до 2000. Такие вот цены. Вот смотрите, здесь такой вот, видите, покрытие. А здесь уже щебенки, говорю, галька покрупнее начинается. И такая вот обтесанная, нормально. Такой вот. Босиком, конечно, ходить не очень удобно. Вот матрас с матрасами. Видите? Так что, дорогие друзья, Алушта, сезон в самом разгаре. Кто говорит, что все разбежались, вот, пожалуйста. Сегодня у нас какое? 23 я уже сбился со счета, августа. Ну, конец августа, и людей очень много, и никто не собирается разбегаться. А вот здесь вот такое место, здесь именно беседки с занавесками, как их называют, бунгало. И видно, здесь состоятельная публика отдыхает, потому что народу не очень много, там он есть, но его не очень много. Вот посмотрите, люди стоят, конечно, здесь не покупаешься, видите, сколько, на каменная наброска, чтобы берег уберечь. Ну и бунгальчики, там, конечно, цены будут повыше. Здесь разделено вот этими вот ограждениями. И еще одна карта пляжная. Здесь все лежаками заставлено. Вот съезд можно будет на коляске съехать маломобильным гражданам прямо в море. И вот такая волна здесь. Самое оно, на волне покачаться. Я ходил, а воду-то я так и не померил. Вот сейчас зашел. Ну, хочу вам сказать, градуса 23-24 вода есть. Нормально. Но она там мутная здесь, возле берега. Небольшая волна, и вот она поднимает легкую муть. Ну, опять же, это вот муть с пляжа. Так что все нормально. Ну, а так вот это небольшие здесь вот такие картами нарезано. Лежачки. И люди отдыхают. Девчонки, как отдыхается? Отлично. Откуда приехали? Магнитогорск. С Магнитогорска? Но я знаю, что Челябинска. Как отдыхается? Шикарно. Шикарно? Давно уже здесь? Давно. Что-то вы по-разному загорели. Она дома загорает. Дома? Уже подготовила к приезду, да? А где живете? Далеко от пляжа? А что снимаете там? Гостиница, дом отдыха, пансионат? Квартиру, да? А, в частном секторе, да? Ну и как, нравится там? Конечно. А что по деньгам платите? Какой? Удобно. А, пешочком раз, раз. Да. Пять. Пляжа, шума не слышно. А помимо Алушты? Питания нет. Помимо Алушты были еще где-то или только здесь пока? Ну вы так, я имею в виду проездом, не отдыхали там, да? А, на экскурсию приехали и все, да? Да. Ну, Алушта нравится вам, да? Да? Ну ладно, хорошего отдыха вам, девчонки. Спасибо. До свидания. Рассказали. А что рассказать, скажите, я отвечу. А? Я блогер. А, вы блогер? Ну да. На ютубе? На ютубе. Мне больше нравится.
Не, я местный. Где лучше нравится людям отдыхать? А мне отдыхать? Мне вообще нравится Ялта, Алушта. Народу очень много. А так вот, в принципе, если вот отдыхать, вот под Феодосией пляжи, Приморский, Береговой, там нормально. Сейчас только набережную практически закончили делать. А так? Вообще красивая набережная. Нравится вам, кстати? Да, да. Ну а как по безопасности? Не боитесь там в свете последних? Ну, так как бы не особо, ну, все. Вот мой канал, да, девчонки, скажи. А когда вертолет вчера пролетел над твоей головой с таким шумом, грохотом и... Не, они летают сейчас, да, везде. Страшно, а? Они летают везде. Кстати, вот в Севастополе неплохие пляжи. Учкуевка. А что там еще у нас? Любимовка. Возле памятников купалась. Ну нет, туда надо дальше. Ну в самом Севастополе, да, там вся народу полно. Я вот недавно там тоже снимал. Так что. Ну неплохо. Если вам здесь нравится, что? Заход в воду нормальный. Галька отточенная. Вчера было совсем по-другому. Босиком нормально ходить? Да. Ничего? Первый день было очень сложно. Да? Сейчас вообще, воды было невозможно выйти. Как по ценам? Нормально вам? Приемлемые. Приемлемые? Конечно, можно было и подешевле. Но я имею в виду на продукты, на фрукты, да? Продукты дороже в 3 раза, да, чем у нас. Да. Особенно молочко. Дороже? Конечно. Молоко, масло, сливочное. Ключики увидите. Ну ладно, девчонки, хорошего вам отдыха. Спасибо. Когда уезжаете домой? Два сегодня? 23. А, еще есть. Ну, передавайте привет. Кого? Челябинску. Магнитогорску. У вас хоккейный клуб там хороший. Да, да, да. Ну все, давайте, девчонки, удачи, до свидания. Пока. Вот здесь вот прям рядом с набережной, гляньте, какие рыбки красивые. Всяких размеров, всяких окрасок, где-то на черепахе сидят. А вот столовая осталась еще до реконструкции была. Ну вот здесь молочные коктейли 200 рублей стоят, чебуреки 150. С сыром 100, с мясом 100. Ну и вот. Вот самые вкусные чебуреки, говорит. Так, здесь у нас что? Пицца. Сыр. Ну, вот видите, разносы. Здесь накладывают. И вот мы смотрим с вами почем. Филе куриное с овощами 190, котлеты в сыре 150, отбивная свиная 150. Так, ну здесь у нас всякие разные салатики. Мам, тебе хлеб брать? Вот народ во время обеда уже. Такая красивая здесь столовая, интерьер такой неплохой. Прямо на набережной. Ну а мы двигаемся с вами дальше. Хочу еще полетать, если получится, посмотреть масштабы отдыхающих с высоты. А вот чебуреки еще здесь делают. Чебуреки, чебуреки по 100 рублей. С мясом, с сыром, с бараниной 100, с лишней 50. Даже с лишней есть. О, колесо обозрения заработало. Когда заходили, мы не работало, сейчас заработало. Ну и всякие разные аттракционы здесь. Вот еще одна столовая по-домашнему. Давайте здесь цены посмотрим, какие. Ну, голодными не останетесь. Прямо на набережной все это находится. Крымский вин. Вот туалет здесь есть, вон указатель показан. Ну и вот, собственно говоря, 95 рублей за 100 грамм. Шведская линия. Помните, у меня ролик с Феодосией. Так там было 85 рублей за 100 грамм. Ничего не взял, отдал много денег. Казалось бы, я уже тогда сказал, что черт кроется в деталях. Вроде 95 рублей за 100 грамм, ну, а когда набираешь, ого-го, получается. Ну, здесь вот на 10 рублей за 100 грамм дороже. Казалось бы, мелочь, но это очень дорого уже получается.
Смотрите, какие чебуреки здесь причудливой формы сделали. Витринные экземпляры, знаете. Чебурек с говядиной 100 рублей, говядина ассорти плюс сыр 120. 100 рублей. И вот такие вот красивые. Вот так. А вот цены, кстати. Это вот на набережной здесь. Так что вот так. Ну, двигаемся дальше. Ну а теперь настал момент, дорогие друзья, поднять коптер и посмотреть общую картину набережной Алушты на сегодняшний день. Какая ситуация? Ну и что, мы сейчас с вами походили, посмотрели. И вот посмотрите, какая красота. Алушта утопает в зелени, вот вдалеке такие высотные здания, многоэтажки. Ну и пляжи. Пляжи, конечно, здесь подкачали, но, собственно говоря, небольшие, не широкие вот пляжи именно вот в районе центральной набережной. Ну и, кстати, вот кто уже был в Алуште, напишите свое мнение, как вам новая реконструированная центральная набережная. Ну, понятно, там еще небольшой кусочек в ремонте. Ну, уже такого вот генерального мнения не изменится. Там совсем чуть-чуть доложить осталось плитки, и набережная будет готова. Как вам понравилось, не понравилось? Мне лично понравилось хорошо. Ну, посмотрим, как это все будет в эксплуатации. Конечно же, вот с этой стороны вот подпорная стенка, видите, вот пляж и стенка. Вот ее тоже бы, конечно, нужно облагородить как-то. И вот эти буны тоже нужно облагородить, потому что все-таки Алушта — второй город после курортной столицы Ялты. Это, вот я считаю, Алушта. Ну и чистейшее море, вот если от берега немножко отгрести, а вот мы видим с вами. Вот еще хотел вот сказать про воду. Вот самый проблемный был регион — это Алушта и Изобильницкое водохранилище. Ну, вроде сейчас проблема решена, с водой хорошо в Алуште и вот в Алуштинском районе. Но это вот заявляют власти. Вот вы, отдыхающие или местные жители, скажите, вот смотрите, какие чудесные бассейны прям рядом с набережной. Как в реале с водой, нормально или все-таки есть перебои? Вот я думаю, что сейчас перебоев нет с водой. Ну вот мы сейчас залетели, какие красивые бассейны. Напишите, как в реале обстоит ситуация. Ну и напишите, кто собирается отдыхать в Алуште, почему вам нравится. Ну и, соответственно, кто уже отдохнул в Алуште, как отдыхалось, как цены, где жили. Все нам будет интересно, и зрителям, которые только собираются, каждая информация вот ценна. Так, ну и вот мы пролетели с вами, вот она, полуротонда. Это вот такой символический знак Алушты на набережной, и городской пляж. Ну а я на этом буду заканчивать, дорогие друзья. Сегодня у нас был ролик с Алушты, один вот из немногих городов, которые мне очень нравятся вот в Крыму, в плане отдыха, я имею в виду, это Алушта. Спасибо всем, кто помогает мне в поездках по Крымскому полуострову. Обязательно подписывайтесь на мои каналы в Яндекс.Дзене, в Ютубе, в Рутубе. Ну и вот посмотрите, как на горе там вот дома, многоэтажки строят, как будет вид, какой великолепный будет. И на этом все, и до новых встреч в новых городах, в новых локациях отдыха на Крымском полуострове. Всего вам хорошего и до свидания.